Харьков, 20 июля 2014 год, 18:00 по Киеву. Милиции возле здания в администрации нет совсем, соответственно, никаких эксцессов, видимо, не ожидают от сегодняшнего выходного дня, от сегодняшнего вечера, и от сегодняшних сборов пророссийских, про левых, вернее, наверное, так все. Пророссийских, думаю, не ошибусь. Так, это здание, это знак, флаг Малайзии. Я так понимаю. По-моему, вчера здесь украинские активисты, проукраинские активисты развесили знак поддержки, соболезнования. 17 июля был сбит над территорией, контролируемой сепаратистами, малазийский гражданский Боинг, перевозивший пассажиров, около 300 человек погибло, 298, по-моему, на данный момент цифра. Так, это реклама для тех, кто добирается домой на бровях. Реклама такси. Так, ну и непосредственно левые силы в тени вождя. Ближе подходить не буду, так как в прошлый раз был атакован за фотоаппарат, за съемку непосредственной близости от них. С истошным криком «провокатор» на меня накинулась какая-то вполне приличного вида старушка и не вполне приличного вида мужичок. Я отделался легкой оторопью и немного поврежденным велосипедом и новыми впечатлениями и мнениями о жителях моего родного города Харькова. 6 часов начинается вечер, вот здесь рядышком, возле памятника Шевченко. Сейчас подъедем туда.